Так, продолжаем разговор от ски. Сейчас предварительное упражнение. Ну, надеемся, карантин закончился, у вас есть партнер. Значит, первое упражнение. Даете партнеру руки и через вот такое движение к бедрам делаете отшаг. Задача заставить вашего партнера сделать шаг. Пяткой упираетесь в пол. Пятка впереди ноги. Да? Не носком, а пяткой. От пятки усилия. Через шаги отшаг. Теперь, когда освоили, теперь сделали. И теперь опять через шраги нелинейно отталкиваем, возвращаемся на место. Забрали, бам, оттолкнули. Здесь распор. Не так. Распор. Теперь работает пятка дальней ноги. Да? Распор. И в таком виде. Кто? Бам. Будет движение. Это первое. Второе. Следующее движение. Опять. Теперь одна нога впереди. Руки выставляем. Партнер их забирает. И теперь, отталкиваясь от пятки впереди стоящей ноги, через шраги приводим партнера вниз. Задача, чтобы партнера грузить. Да? Через шаги вниз. Через шаги вниз. Здесь вообще лучше минимизировать ресурс. Через шаги вниз. Здесь. Через шаги вниз. Это если загружать вниз. Дальше на моменте, когда у партнера идет перенос веса, то на этом моменте опять сделать ему встречный вход. Здесь. Здесь. Что важно? Важно, чтобы предплечье было перпендикулярно корпусу. Если так, партнер будет упираться. Да? И когда вперед движение, локти стремятся к центру. Да, локти к центру. Не так. Не так. Это чуть-чуть другое. Теперь второе. Опять же с партнером. Без загрузки вниз. Практически по горизонтали. То же самое. Из этого положения вытаскиваем. Вытаскиваем партнера. Вытаскиваем. Теперь работаем над тем, чтобы у вас не обнулялось. Да, теперь то же самое. Да, теперь то же самое. Теперь то же самое. Да? Здесь. То же самое. Здесь. Будет здесь. И дальше меняем здесь, да, по горизонтали, по вертикали, вернее, да, здесь, 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 о, через шаги все, сутана, сута, такие. То есть и меняем вход по вертикали, вход горизонтальный, вход разный, да, здесь будет так, здесь так, и разные перевороты. Здесь папам, папам, вытаскиваем, товарищи, переворачиваем, вытаскиваем, переворачиваем, вытаскиваем, перевернули, перевернули в другую сторону.
Такие упражнения. Значит, что стараемся избегать? Избегаем с партнером вот этих нажимов. Тазом сюда, а этим сюда. Да, то есть вот этого избегаем. Избегаем. Это травмоопасно. И избегаем кимы. Потому что очень травматично на сустав. И стараться аккуратнее грузить его среднюю линию. Потому что тоже травма. У партнера получаются такие, как сказать, противовходы на встречном движении. Они очень травматичны. Вот. И потом, когда освоились с партнером, то дальше уже вот это действие, мы его сокращаем, и в конце концов доводим до такого. То есть техника вытягивания и техника нагружения партнера, она будет уже здесь. Без вот этого цикла. По короткой. Здесь. Да, по короткой. Здесь. Ну, тут перенос веса еще играет. Перенос веса на стопах, так, чтобы загрузить товарища, когда он взял вас за руку. Да? Но это уже в следующий раз. Работа стоп, да, как они там работают, это уже такая секрета, в общем.